новом сезоне ВХЛ и Париматч объявляют о своем партнерстве. Это повод почтить память легендарного спортсмена, представителя легендарного спорта. Того, кто оставил яркий след в истории хоккея. Заслуженный мастер спорта, 11-кратный чемпион СССР, двукратный олимпийский чемпион, 9-кратный чемпион мира, тот, чьим именем назван Кубок высшей хоккейной лиги. Номер 16. Владимир Петров. Что сделает наша пятерка, наш штурмует ворота? Так сказать, отдать все, но победить.